Всем привет! Пришла очередная посылка из Китая с сайта AliExpress. Здесь у нас какая-то плоская конструкция. Ух ты. Так. Ну, вот так вот она выглядит. Это плоская конструкция. Значит, что это такое? Это у нас дополнительный кармашек на автомобиль. Ну, грубо говоря, под телефон. Телефона у меня нет, но вот есть телефон. Ну, вот так можно его засунуть. Вот, допустим, он лежит. Ну, нет, этот будет слишком большой телефон. Ну, или вот так вот его можно будет засунуть. Вот так вот раз. Ну, приклеен здесь. Оттягиваете вот эту вот резиночку. Хоп, подсовываете. Можно даже вот так вот. Вот, вот так вот все это дело будет выглядеть. Ну, в принципе, наверное, достойно. Вот. Не хватает кармашков мне. Интересно, вот эта вот разборная часть. Если разборная, то было бы здорово. Потому что, мне кажется, дремовский скотч телефон не выдержит вот этот. А так бы, конечно, по уму ее разобрать и на маленькие шурупчики прикрутить. Вот так вот. Хоп-хоп-хоп. И все было бы вообще в ажуре. Вот такая вот достойная штучка. Стоила она 110 или 111 рублей. Это я точно помню. Сейчас мы его найдем здесь. Я вам более точно скажу. Да, вот она. Так, заказывали мы ее 5 июня. Сегодня у нас 30-е, 25 дней шла посылочка. Стоила $1.60. Давайте посмотрим, сколько она стоит сейчас. Ну, продавец заявил, что это кармашек для автомобилей семейства ВАК. Ну, в принципе, это можно поставить на любой автомобиль, вплоть даже до Жигулей. А почему именно так сделал? Ну, может быть, чтобы она оказалась дороже, чем она есть на самом деле. Сейчас она по акции стоит 105 рублей. Вот. В принципе, заказов 9 штук. Вот. Сейчас посмотрим, есть ли отзывы. Что-то сайт Алиэкспресса тупит капитально. Да, 2 отзыва есть. Так. Ну, открывает и мне отзывы. Хана, чего ж так тупит-то Алиэкспресс? Да, ребята, походу мы не посмотрим отзывы, что-то подвисает наш сайтик Алиэкспресса, значит какие-то там проблемы. Вот, ну, в принципе, я вам скажу так, немножечко вот эта стенка загнута в эту сторону, хорошо бы, конечно, если бы она немножко была попрямее, а так, в принципе, достойно. Не знаю, как будет держать тремовский скотчик, потом установлю себе, посмотрим, как будет держаться. В принципе, наконец-то раздуплился сайт. В принципе, вы можете пройти по ссылочке под видео и посмотреть, как она выглядит на других автомобилях. Вот здесь есть она установленная на автомобиле, прямо на дверце. Ну, можно установить в любом месте для телефона. Вот там даже iPhone нарисован, либо другие там какие-то мелочевки, бумажки или там документы или деньги. Зажигалку, сигареты, что хотите, можно там разместить. Размеры указаны. Вот, заказы вот есть. Так что, в принципе, дерзайте, заказывайте. Вещичка хорошая. Ну, а я с вами прощаюсь. Ссылочку на товар я оставлю. Если видео понравилось, ставим лайки. Не забываем подписываться на канал. Всем пока.